Да, ведь человеку 34 года, и зовут его Денис. Так, все. Я в магазин еду за черепашкой. Еще заодно там как раз бензина налью, понял? Я за черепахой. Ну, понял этот, Дот 4, чел. Дот. О, это у нас что тут происходит, бурак номер один. Ну что, родной, вот наша судьба переплелась. Ну, сейчас попрет. Приехали, да, сука? Накаталась, дура. Да? Да. 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 МС Батуаня тебе о чем-то говорит? Да. Что ты пугала, сука? Рэл, я обращаюсь к тебе как к прапорщику. Хлеб Бородинский, ну-ка, тебе о чем-нибудь говорит. Хлеб Бородинский тебе о чем-нибудь говорит. Хлеб Бородинский тебе о чем-нибудь говорит. Да хлеб, что за хуйня? Ты, сука. Блядь, что я сделал? Хлеб Бородинский тебе о чем-нибудь говорит. Хлеб Бородинский тебе о чем-нибудь говорит. Хлеб Бородинский тебе. А ты че, блин? Тихо. Так, тихо, тихо. Сейчас попрем. Так. Я до сих пор не понял, Кена и Дед один и тот же человек. Нет, разные. Попробуйте что-то одновременно сказать, если это не так. Да. Что ты, чучело? Ну что ты, родной? Давай. Запугало. Да? Клык смерти. Режет. Давай, кали, 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 сука. Опа. Есть прокол. Да, сука. Клык смерти работает. Так, ладно. Вам надо как-то подождать рассвета. Мы вообще-то приехали за черепашкой сюда. Между прочим, да? Да блин, где можно найти вариант получить бесплатные скины в КС-ке? Чувак, так тебе на Epic Drop. Там есть временная бесплатная мини-игра с разминированием бомбы. Перерезал проводки на бомбе правильно, получил приз. Скины, кейсы, промики и другие бонусы. Играть можно бесплатно, раз в час, даже на твоем телефоне. А за накопленные победы можно фармить вот эти геройские кейсы с вот таким халявным наполнением внутри. Просто за то, что играешь в мини-игру на уроке или, я не знаю, в туалете. В общем, найдешь ее по ссылочке снизу. Там же еще и промо на 15%. Советую поставить ролик на паузу и проверить все самому. У тебя проблемы какие-то, чучело. Да я за черепашка, ну блин, это... Еще магазин закрыт же, блин.
Сосед мой. Сосед мой. Я до сих сомневаюсь, что дед и пена разные люди. Вы говорите не одновременно. Попробуй еще раз и что-нибудь другое сказать. Чтоб типа мы вместе сказали или что? А. 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 И что, чел? Ну, и чё? Пена, давай одновременно. А что сказать? Допустим, а... А. Понял. А. 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 Мерседеса нахуй. Охуеть просто, блядь. Мерседес это для жены, скажи. А для тебя и Хундая хватит. Так, ты вообще рот закрой. Да что ж такое? Тебе что-то мешает? Или что? Почувствуй аппарат, родной, прежде чем газовать. Погоди. Да что ж ты, блядь? Увы и ах, чел. Масло нормально все. Все цилиндры работают. Что-то с трансмиссией. Увы и ах. Колесо, да. О! 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 Пиздец. Отпало. Это этот... лапка, понял, переключение скоростей. Ура. Не, ну согласись, чел. Увы и ах. Ладно, попробуем на магазин смотаться. Колесо отремонтировать, я не знаю, как его сделать. Пошло. Колесо, пизда, пробито. Нема оборотов. Нема, нема. Оборотов нема. Выбило. Да что ж такое, ля? Увы и ах. Колесо пизда, я не знаю, блядь. Как оно может быть пробито, если я никуда не выезжал из гаража? Увы и ах, приехал. Просто да. Что-то очень что-то все плохо с техникой, это пиздец. Реально беременна или то не от тебя? Но даже кто? Если не от тебя, ты не переживай, родной. Чужих личинусов не бывает. Кто набирал вес? Воспитаешь как своего. Я не знаю, как бы это. Я ее не знаю. Последний раз полгода назад видел. О, все, пиздец. Иди нахуй, короче. Машина чучело. Увы и ах, техника не едет. Я же сохранялся, увы и ах. Погоди, там в туалет ходил, сохранялся. Верно, это все любовь. Вот это другое. Куда? Не понял. Чтобы мы дольше смотрели заветные, счастье заветные, сладкие сны. Аппарат в перевертыше, что я сделаю? Слушай, есть еще один, конечно, способ.
привязаться к кому-то. Малыш, малыш, не надо, блядь, пизда мне. Эй, погоди! Остановись, пожалуйста. Да, пиздец, убили, по-моему. Человек умер от машины. Где сообщение? Нету ничего, батуа. Нету, ничего нету. Пустотел. А. Валера, привет, а мы в КС пойдем сегодня? Валера, привет, а мы в КС пойдем сегодня? А, я понял. Ну, я понял. Ты хочешь, типа, в таком тоне со мной общаться, да? Ладно, давай. А, Коля, привет. А, да, давай сходим, поиграем, а, КС. О, было, было. Любимая, я дома. Любимая, я дома. Да, долгий день задался, зай. Я дома, малыха. Все нормально, приехал. Все, пи***ц, на пузо сел. Ебать, да что за х***ня? Не понял, что движок перегрелся? Ёб твою мать! Ты шо? Что такое? Я же... Подожди! Охлаждалка есть там? Не пойму я. О, шось отпало. Блять, Максим. Максим Бытик, Маслори. О, увы и ах. Это моя девочка. А ее целуешь? Конечно. Ах. Ну, что называется, с Богом. Во-первых, выбила коробка женщина. Увы и ах, коробка выбивает. Увы и ах. Давай, родная. Ой. Блять, что-то отпало. Поршень, походу, вылетел. Сука, что-то отпало. Походу поршня вылетели. А что у аппарата такой выпало-то? Ёб твою, ты где, блядь? Малыш, не надо так делать. Слушай, ну Максим чуть подтекает, но Максим ими... Хватит тебя так вести! О, что-то валяется от машины. Блядь, поршень, сука. Все, пизда, поршень, блядь. Чел, это поршень. Еще один поршень. А, это проводка. Все, пизда. Поршня повылетали. Как думаешь, если бы там фотка была Лизы, машина так бы себя вела? Или была бы послушная? В следующий раз проверим. Зая. Ну что ж ты себя так ведешь-то?
ой, ах.